И вот еще одни фокусники. Этот квартет из Витебска превращал настоящие 5-долларовые купюры в фальшивые 50-долларовые. Подделки на территории северного региона появились еще в конце прошлого года. На ощупь фальшивка ничем не отличалась от настоящих денег. А вот визуально определить подделку можно было и невооруженным взглядом. Изображение американского президента оставалось с 5-долларовой купюры, а фамилию злоумышленники предусмотрительно переписывали. На обороте в углах измененный номинал 50, и по сторонам и сверху ближе к углам оригинальный номинал 5, то есть 5. И опять же прописаны буквами и измененный номинал. В ходе предварительного расследования установлено, что указанные граждане сбыли на территории города Витебска поддельные денежные билеты 50 долларов США каждый. На общую сумму 1850 долларов США всего 37 денежных билетов. В настоящее время предварительное расследование продолжается, выясняются все обстоятельства уголовного дела и проверяется причастность к совершению данного преступления иных лиц.